Всем снова привет. И у меня в гостях сейчас замечательный собеседник. И Елена сейчас представится и расскажет, чем она занимается. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот мы впервые вообще приехали сегодня на World Food Московский. Очень клево, очень нравится все. Приехали мы с целью, конечно, приглашения производителей, поставщиков, не только российских, а и из других стран, на наши съезды торговых сетей, которые мы проводим в Казахстане. Почему в Казахстане? Географически очень удобно. И поэтому у нас вот уже 6 лет собираются закупщики реальные из 10 стран СНГ и дистрибьюторы для заключения конкретно контракта поставок. Поэтому сейчас я, по сути, приехала по приглашению от наших всех торговых сетей в поиске уникальных производителей, поставщиков, кто к нам приедет осенью или весной следующего года, где мы вас будем ждать и вместе с вами попробуем зайти в торговые сети и договориться с дистрибьюторами из 10 стран. Елена, вы выглядите как спаситель для многих производителей и поставщиков. Ребят, если у вас есть визитки, вы поставщик и производитель какой-то уникальной продукции, то обязательно найдите Елену и дайте ей свою визитку. Елена, а есть какие-то продукты, которым отдается предпочтение? Ну, в принципе, мы всегда проводим анкетирование перед запуском очередного съезда ритейлеров, а у нас все сети всегда заполняют категории товаров, которые необходимы именно сейчас, там, в ближайшее время, вот, но большинство, конечно, отмечает все-таки все категории, потому что товар нужен, ассортимент нужен, все сети, они и, в принципе, эти выставки посещают тоже с целью поиска надежных, новых, интересных поставщиков с уникальными товарами, это всегда пользуется спросом, поэтому к нам приезжают все, и нет такой продукции, в которой бы там сеть бы сказала, нет, они нам не интересны. А наши сети, они разговаривают в принципе со всеми поставщиками, потому что любого поставщика всегда можно поменять, вот, и если найдется какой-то интересный, классный, вот, то он пригодится всегда и займет свое место на полке. Елена, спасибо вам огромное. Я еще, знаете, да, по поводу, что да, мы 2 дня будем здесь на выставке, будем ходить, знакомиться с поставщиками и отдавать приглашение, но в то же время Retail.ru, это замечательный наш многолетний партнер, мы безумно их любим, вот, и можно также приглашение на наше мероприятие получить на стенде Retail.ru, находите их здесь вот 15-й. 15-й зал, да, в 15-м зале мы любезно оставили несколько приглашений на стенде Retail.ru. Спасибо. Ребята, ждем вас у нас.